Думаю, что такое знакомое? Это здесь мы булочки снимали, мячом звонили, по-моему, да? А тоже, смотри, какие-то упакованные, какие-то не упакованные. Но маркировки нет ни на что. Тебе нужно премию учредить. Мне? Да, ну, типа, у кого все хорошо, тем вручать. Ну, я так и думал. Что, нашел? Я еще в отпуске находил. До 23.08.23 года. Стоит. Ну, показывай. Вот они, такие упаковки, это новые. Интересно, они все будут такими? 23.08.23. Изготовлен 23.08.22. Сегодня у нас 10.09.23 года. Интересно, они все? Да, они все. Ну, можешь вот отсюда заснять. Вов, Владимир Владимирович. Вот они упаковки. Надеюсь, качество позволит увеличить. Думаю, что да. Надо же, в большом количестве. $1499 рублей. Годен до какого? 23.08. А сегодня у нас... Здравствуйте, а вы кто? Татьяна Григорьевна. Татьяна Григорьевна, директор. Вот я приобрел масло, и вот я подарил Владимир Владимирович, это масло. Это мое масло. Годен на каком? 23.08. Просроченное. Не нужен возврат. Денежных средств. Да, покажите. Чек покупки, пожалуйста. Вручай. Теперь будем искать ее. Она убежала. Татьяна Григорьевна. Вот, мы вам вручаем исковое заявление. Вам требуется передать руководству. Татьяна Григорьевна, а фамилия? А, фамилия как у вас, Татьяна Григорьевна? Шульга. Шульга. Шульга? Угу. Передам. Татьяна Григорьевна Шульга. Все, да. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Ну что, пока адекватные попались. Попалась директор. Посмотрим, как будет в других магазинах. Угу. Пробуем новую технику, посмотрим, как все получится. Ну, по технике, да. У нас наконец-то новый аппарат. Так. Сейчас я его засниму, как это все дело выглядит. Ну, так, вообще красивая вещь. Телефон большой, да, бандура. А тут маленькая штучка такая. Держать удобно. Маленькая. То есть вот такая штучка. Микрофон. Вот такая штучка висит. Это микрофон. Вот так вот все работает.